Всех приветствую на канале Animal Life. Дрожа от холода, она из последних сил согревала своих малышей. Житель Лос-Анджелеса заметил на старом складе маленькую кошачью семью. Кошка прижимала себе своих малышей, лежа на холодном бетоне и изнывая от голода. Это было явно неподходящее место для того, чтобы растить котят. Мужчина забеспокоился и решил помочь кошке и котятам, чтобы малыши не росли в таких суровых условиях. Он связался с центром спасения Ren Rescues, чьи сотрудники вызвались забрать кошачью семью под свою опеку. Кошку забрали волонтер по имени Эрин с мужем. Когда они привезли семью к себе, то обнаружили, что один из котят, к сожалению, не смог выжить. Малыши были слабыми и хрупкими, и очень нуждались в уходе. Эрин с супругом делали все, чтобы сохранить жизни хрупких котят, а мама-кошка в свою очередь не отходила от них. Кошечка, получившая кличку Мэри Голд, оказалась очень дружелюбной и внимательной. К счастью, котят удалось спасти, и мама-кошка была очень благодарна опекунам за это. Когда котята достаточно подрастут, для них, как и для мамы Мэри Голд, подыщут постоянных хозяев. А пока малыши активно растут здоровыми и крепкими, а мама продолжает следить за каждым их шагом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.